Пушкинский сюжет, пушкинская тема, история. Мне кажется, мы ничего не добавляли, несмотря на то, что мы играем совершенно без пушкинского текста, потому что вся история, она вечна, и о вечных ценностях, о ценностях ложных, и мы все равно рассказываем именно вот эту историю. И мне кажется, очень по-петербургски. И тут много, в общем, вы знаете, написаны большие трактаты, о чем пиковая дама. Вот, в двух словах об этом сказать, конечно, можно, но вот мы решили вообще сказать так, что, ну, то, что в слова не облекается.